Все, уже половину выгрузили. В принципе, все быстро, все лихо. Пацаны взялись. После обеда. Оказывается, это Франция. Сделано во Франции. Видите? Вот и все. Без 10:03 мы уже разгружены. Я там еле успевал, только ремни скидывал. Все без проблем, все доехало. Сейчас обратно сюда ставим. Витебский пустой, коллега. Видно, погрузку ждет. Ставим, закрываем. Идем за документами и будем тут узнавать, что мне тут туда-сюда. Что, поедем мы в зону грузиться. Вариант, конечно, не стопроцентный, но и не невозможный. Ё-моё, ворота закрывать, самую лужу стал, да? Ну, конечно. Как же ж по-другому? По-другому уже никак. Опускал прицеп. Ладно, закроем, наверное. Ну, не, наверное, надо пойти скатиться назад 2 метра. И нормально закрыть ворота. Опускал им под рампу прицеп. Сейчас мы скатимся. Не садясь за руль. Делать, конечно, так не рекомендуется. Я знаю, что так делать нельзя. Все, пошел я закрываться и побегу за доками. Друзья мои, поезжаем мы. Ничего тут никому показываться отдавать не надо. Мы ж пустые, соответственно. Давай, дядька, отъезжай, потому что я не впишусь. Спасибо. Вот. Все верно. Едем мы грузиться в исправительную колонию номер 7. Второй раз в жизни буду грузиться на зоне. В начале своей карьеры грузился в Белоруссии, в Орше. До сих пор помню. Уж 15/12. Еще на завод таскали, по-моему, эти вот из них заготовки под седла там в тюрьме делали, именно заготовки делали, а мы уже их ее притаскивали на завод, уже на заводе их обрабатывали. Так, ну сейчас нас тут, вон, видите, ждет незабываемые пробки, время 5:30. Я долго ждал, пока пришлют документы, куда ехать. Нам еще сейчас нужно по дороге, ну, там, в принципе, по дороге заехать в СДЭК,
как всегда, надо сбросить документы, отправить. Оплата по квитку почтовому. Вот, надо будет ТТН-ку отправить. Пока сбрасываешь потом фото квитка почтового. И один банковский день, и послезавтра уже будет оплачен рейс, вот этот, который мы сюда привезли. Ну, так, во всяком случае, по заявке. Вот, поэтому, ну, спеши. Все равно в том направлении. До тюрьмы где-то километров 15, до СДЭКа километров 9,5 показывает. Потолкаемся сейчас по Омску. Не знаю, есть там где стать или нет, но я думаю, что должно быть какие-то ворота, что там въезд, какая-то площадка по-любому должна быть. Посмотрим, приедем туда на место, потому что отсюда ехать на стоянку, если туда, на объездную, даже куда-то, это надо через весь Омск проехать, а завтра нам на эту сторону РТШ опять через весь Омск возвращаться. Вариант такой, не очень. Поэтому мы поедем туда, к тюрьме, там уже на месте определимся. Но я думаю, там найдется какая-то площадочка, где можно. В любом случае она должна быть, раз там грузятся машины, там по-любому они туда приезжают, они там стоят. Поэтому мы там возле тюрьмы и будем ночевать. Вот. Пока я тут с вами рассказывал вам сказки, видите, мы уже до перекрестка дотолкались. А, 16 километров, да, вот у меня у Дашки вбито уже место. Ивановна тоже говорит, поехали прямо. На следующем повороте поверните направо. Не, поедем прямо, там потом прямо направо повернем. Хотя. А ну какая разница, можно и здесь повернуть. Крутим здесь. В общем, покатушки по городу Омску продолжаются. Едем дальше рассматривать. Здесь мы не ездили, поэтому, я думаю, тоже стоит проехаться, посмотреть. Через 300 метров поверните налево. Улица Чиновский. Не налево крутят. Даша кричит прямо. Прямо можно, знаков нет. Едем прямо. Так, на переезде как бы... Уж совсем на переезде некрасиво становиться.
почти час я тут, километра полтора толкался. А все, вот видите. Через 50 метров держитесь. Из двух полос получается сужение. Сюда тут дорожники, это не дорожники, дорожники. Что-то тут высасывают. С этих люков или откуда они там чего смокчут. Тут 25-я какая-то Амурская, там еще какая-то улица там. Тут очень много, я смотрю, в Омске. Там 25-я, 27-я, 32-я. Филонишь, гад. Ну что, может, дальше мы уже поедем? Еще 4 километра до СДЭК, он уже закроется скоро. 7-й час. Помылся, ты на смойке только выехал, да? Я так чувствую, что ты зря это сделал. Ты местный. И пока до базы доедешь или до места, ты уже будешь опять такой же. Грязно, грязно. Вот чё-чё, не знаю. Ну как-то вот совсем грязно. Или это земля такая, или что, ну. Ну, мы едем в каком направлении? Ну, нам надо вот надо на этой стороне РТШ остаться. Нам РТШ не надо пересекать. Загрузки спросил, говорю, а где у вас тут зона? Говорит, тебе какая? Я говорю, а тут, говорит, кругом одни зоны. Я нифига себе. Я и не знал. Я не знал, что тут в Омске вокруг. Куча зон. Кадетское училище знал. Это Суворовское. Ну и всякие тут еще другие. Там бронетанковая там. Видел. Чтоб тут зоны вокруг были. Посмотрим, как там. Ну, уже даже в заявке написано кабину приподнять. Приподнимем. А как там все остальное за все выглядит? Я там помню там. Ну, я в принципе уж 15/12. Так, стоять, Зорька, мне здесь налево. Ничего там такого уже сильно особенного-то не было. Чай только нельзя было завести там, ну, баки там смотрели, даже в баке там бак маленький, в этом мазике был, и туда даже пикой пихали. Нифига себе. Сразу видно, что местный. Тягач омский, прицеп красноярский. Чего не ездим? Поворот налево же разрешен. Что тупим? Туда прямо, это мне на зону. А сюда, куда я еду, это мне к СДЭКу. 1,5 километра. Смотрите, ну какой... А какой тут смысл машину мыть? Я сейчас вот со СДЭКа буду возвращаться, я вам машину покажу.
вы ужаснетесь. С Урала я выполз чистый-чистый, оказывается. Ну, видите, что тут делается? Смотрите. Прямо моря тут, океаны. Мы не едем, мы плывем. Я считаю, я тут даже как-то и боюсь тут какой-нибудь там еще и сюрприз под низом не был. Метра с три глубиной. Все, нам вот на этой улице нужно будет еще где-то машину поставить. По прямой. И с правой стороны у нас там будет СДЭК. Это проспект Менделеева. Здесь как едешь, да, попробуй. Форточку открыл, закурил. Какой-нибудь шаленый пролетел мимо. Все. Можно это. Химчистка салона и самого себя. Кошмар. Что делается? Вы посмотрите, ну-ка, какой вы. Ой-ой-ой. Все, все наши дела сделаны. Зашел за хлебушком, да? Я, говорит, за кефиром пошел. А там она. Точно так же. Зашел за водичкой. Все, вон, видите, какая машинка, все. Чумазый-чумазый. Грязный-грязный. Отправил. Оказывается, тут в Омске. И пол, ну, и заказчик омский. Ё-моё, могли сами завести. Тут проспект Мира, тут рядышком. Я, по-моему, даже по нему ехал. Сюда, когда мы пробирались. Сейчас будем дальше пробираться. К нашей зоне. Все. Вся заляпанная, вся в грязи. О, видите, что делается. Так, открыл это, я не открыл. Поездили по Омску, называется. Опа. Ну, рабочий момент. Все, раскладываем, поехали. Господа пешеходы, пожалуйста, переходите. Что-то одна показывает 6 километров, вторая 9. Какой верить, как вы думаете? Нет, той, которая 6 показывает, мы верить не будем. Мы сейчас поедем как... Та, которая 9 показывает, везет. Как-то тут туда-сюда, направо-налево. Хотя зачем? Сейчас посмотрим, если там на перекрестке, на котором она меня воротит вправо, по прямой можно ехать, значит поедем прямо. Если нельзя, свернем направо. По идее, можно. Я так думаю. Что у
движение как бы грузовиков запрещено. Ну ладно, поехали вправо, значит. Раз запрещено, ну не будем уже теперь лезть такая. Да там и сюда там лезли наглую. Без вариантов было. Другой дороги я не видел. Хотя тут, в общем-то, а это небольшой круг. Сейчас направо, потом налево по параллельной улице поедем. Проедьте 1,3 километра. У нас сегодня полный экскурсион по городу Омску вышел. Мы его пересекли с юго-востока на северо-запад. Назад тоже будем пересекать. Главное направо, а мы едем прямо. Значит, что? Правильно. Надо посмотреть справа и уступить. Если справа кто-нибудь есть. Интересно так. Крышки. Дешевая рабочая сила. Правильно. Клепают там. Чем-то же заниматься надо. У Газпром есть. Если там стоянки нету, приеду сюда, на этом Газпроме стану спать. Налево, чтобы повернуть налево, надо всем уступить. Спасибо, брат. Дайте Бог здоровья. Моргал, сказал, езжайте, Алексей Николаевич. На район заезжаем. Промзону какую-то. Вы смотрите, что завод какой-то впереди. А, нет, это не завод, это ТЭЦ. Торопиться не надо. Дорога может кончиться. Несколько начаться. И ну все равно какое-то вот слева предприятие. Справа железка здесь, ЖД-узел. Ух ты, а запашок-то! Так пахнет-то. Там вон и справа какие-то что-то торчит тут. Фу. Такой какой-то жесткой химией пахнет. Производство и продажа текстильных сумок. Нам не сюда, нам за крышками. Сейчас опять на проспект выйдем. Только проспект Губкина. Ага. Не пугай так, сигналишь.
тоже какое-то химическое производство, походу. Вот справа. Химзавод какой-то. Комбинат пористых материалов налево. А Губкина направо и налево. Проспект. Нам налево надо. Я думаю, если мы вот так сделаем, то не сильно особо никто не обидится, правда? Дафом шмыгнем. Привези сюда меня, высади здесь, да, и забери там Машу или Дашу, или вообще телефон. И все. Потеряюсь тут, не буду понятия не иметь никакого, куда, даже в каком направлении смотреть. Дурдом. Точно.
поедем, туда развернемся, поедем обратно. Очень стрёмненькая там улочка, поэтому поедем с другой. Получается, моя колония, она с левой стороны сейчас будет. Она где-то вот там вот слева. Вопрос только, где в нее заезд. Вот это мы сейчас будем выяснять. Так она получается, вот она у меня с левой стороны где-то вот. Ну, даже не где-то, вот слева. Вот там, вон они. Вот они эти. Даже может быть мне вот сюда. Ага, точно. Куик номер 7. Наверное, вот все-таки мне сюда. В всяком случае, если что, я потом развернусь. Изменение маршрута. Да, Дяковский проезд номер 6. Все, вот точно, вот именно вот сюда я и приехал, правильно. Сейчас пойдем спросим, может быть, туда вот внутрь можно заехать. Изготовление от своих производств все следующие виды продукции. Вот, там все, что хотите делать. Вы видите? На плакатике. Пойдем спросим. Все, все туда. Внутрь, правда, нельзя. Я говорю, как завтра, что? Говорит, завтра где-то с полвосьмого. Полвосьмого уже можете, говорит, заезжать. Так, я тут так задом сдаю. По трамвайным путям, ну, без вариантов. Мне сказано припарковаться вот тут вот как можно левее, где знак «Стоп». Да, что меня гаишники не видят. Задом. По этим, по трамвайным путям. Изменение маршрута. Выполнить разворот прямо, где это возможно. Сейчас я, наверное, еще ближе прижмусь. Вот, а завтра уже вот туда внутрь мы заедем. Я с помощником дежурного разговаривал. Он мне сказал вот так делать. Так, ну по улице понятно, я тут бегать с камерой не буду. Светиться, чтобы... Ну вы поняли. Наверное, вот так примерно. Вот так вот тюрьма, зона.